Не всегда у предприятий есть грамотный юрист, к сожалению. Иногда они вынуждены пользоваться на аутсорсинге, привлекать специализированные организации. Вот для того, чтобы руководитель предприятия понимал, что его не обманывают, а ведут, например, по правильному правовому пути, вот такие семинары имеют очень важное значение. Что такое электронная подпись, как она работает, что такое криптопрод для того, чтобы работал компьютер. Это элементарный страх. А страх устраняется только в процессе конкретной практической работы. Чем чаще, тем лучше.